Всем привет! Сегодня проходим карту Minecraft Skyblock из лаки-блоков, из пиранных лаки-блоков, из много разных лаки-блоков. Здесь у нас очень много разных лаки-блоков. Сегодня мы играем за Хаги-Ваги. Скачать карту можно по ссылочке в описании под моим роликом. Здесь у нас ходят Хаги-Ваги, маленькие, вот маленькие Хаги-Ваги ходят. Мы, конечно, больше будет. Смотрите, мы играем сегодня за Хаги-Ваги. Так, давай-ка посмотрим ресурсы тогда. И посмотрим, что у нас здесь лежит. Так, скачать карту можно по ссылочке в описании, если что. Карта, наверное, уже интересная будет. Мобы на друг друга нападают, уже я это знаю. И дракона будет пройти невозможно, мне кажется. Да, дракона будет пройти невозможно. По такой логике тогда. Так, динамит у нас обычный, это очень хорошо. Потому что в разных других сериях было очень плохо. Так, где здесь разные лаки-блоки, дома, вот они у нас дома, как всегда, и вот у нас домик такой интересный, и построим мы его близко к скайблоку, мне так нравится тогда домик строить. Так, где ты построишься, главное не задень лаки-блоки. О, хорошо. Не подзадел лаки-блоки. И это очень хорошо. Так, у нас никакого оружия, получается, нету. Так. Хаги-ваги здесь ходят. Тогда здесь... О, у нас здесь кирка есть. И возьмем этого. И возьмем шелкера. Разные, вот. Ой. Неудобно, конечно, управляться. Смотрите, как хаги-ваги падает. Ой, ужас, почему у нас медлительность? О, смотрите, хаги-ваги здесь застряли все. В воде застряли хаги-ваги. И осталось очень мало хаги-ваги. Ну, кстати, можем заспамнить хаги-ваги новых. И ломать лаки-блоки. Они будут нас защищать. От разных мобов, возможно, даже. Да-да-да-да-да-да. Они будут нас защищать. Так, давай-ка ломать лаки-блоки разные. О, кролик заспамился. Ой, ё-моё, сердечки аж отнимают. Хаги-ваги. О, снеговик. Снег. Так, дальше, давай-ка. Деревянные лаки-блоки. И динамит нам уже... Что это упало? Динамит нам будет уже безопасен для нас. Ну, конечно, он взорвёт здесь разные лаки-блоки, получается. Так, давай-ка такой ломать лаки-блоки. Такие лаки-блоки, они прикольней? О, нет, не прикольней. А, кстати, интересно, голем нас будет бить? Не бьет, значит, мобы безопасны для нас. Получается, что так. Получается, что мобы это просто для красоты нам. Получается, они на друг друга не нападают. Только на хаги-ваги нападают, получается. На нас нет. И это очень хорошо даже. Привет, Варден. День. Ясно. Что ты? Почему ты на солнце горишь? Ладно. Если правда это было. На меня не нападает только. Да, не нападает на меня, получается. И лягушки не нападают на нас. Это очень хорошо. Никто на нас не нападает. Это очень хорошо. А, это что? Так, лучше не будем ломать. Так, давай-ка дальше ломать. Динамит не падает нам. Почему-то сейчас не падает, а раньше падал динамит. Как-то плохо. Почему только сейчас все хорошо? Так, давай-ка дальше ломать. Так. Так, давай-ка дальше еще сломаем. Здесь интересные лаки-блоки пока что будут. О, кстати, яйцо. Спавно. Подберем тогда мы. И дальше будем ломать. Опа, давай-ка еще сломаем. Зомби заспавнился. Пока ничего интересного не падает. Мне кажется, еще можно сломать лаки-блоки. О, не застряли мы. Давай-ка еще поломаем лаки-блоки тогда. Так, тортики у нас здесь. Только их еще ломать. Ой, вниз полетели. Мы навсегда будем здесь теперь. Кстати, местность. Так, позиция 17. Значит, позиция 0.
Позиция. Ну, так, мы глянули только. Так, минус. Ну, давай-ка. Позиция будет у нас 0. Перенести. Позиция 0, да. Так, 1. 53. Нет. 53. Так. Мы сюда вернулись и куда-то пропали наши хайеваги. Давай-ка заспамним заново хайеваги. Они дружелюбные, наверное. Ну да, если их ударить, они будут нападать. Это я уже знаю. И лучше их не ударять. Наверное, не буду их спамить. Ну давай-ка спамнить, так веселее будет. И будут убирать мобов, которые должны нападать на нас. Так что на нас должно упасть. Лава, песок. На нас должен был упасть песок. Но нас защитил какой-то блок. Медь нас защитила. Очень хорошо. Так, давай-ка дальше ломать. Так. Динамит не падает. Кажется, с угольных... Опять. Да куда меня заспавнило? А. Фух, испугался уже. Так, давай-ка дальше ломать. Деревянный, давай-ка сломаем. О, кстати, там броня какая-то спавнилась. Не, в паутине я не хочу ходить. Это слишком долго будет, мне кажется. Время только много потрачу только. Так, а как тебя взорвать-то? Не взрывается почему-то. Ну, так, не знаю, как взрывать. Не взрывается. В общем, навсегда она осталась, получается. Так, ладно, давай-ка дальше ломать. Опять паутина выпала. Да хватит уже паутины, кажется. Давай-ка дальше ломать. Пока хорошей брони не выпало. Она может выпасть, хорошая броня. Пример, там еще хорошая может броня находиться. А, где-то там. Да. Там хорошая броня еще находится, черная, как мы знаем, по-хорошему. И надо туда сходить нам, чтобы взять, черную броню. Так. У собачки, а что вы злые, собачки? Одна злая, а ты добрая? Так, мы здесь застряли. У нас еще даже есть режимы. Так, давай-ка посмотрим, давай-ка выбросим ненужные предметы. И у нас, чтобы ломать блоки, как? О, все, можем ломать блоки. Ой, ё-моё! Так, давай-ка здесь будем ломать лаки-блоки, потому что там уже все в паутине у нас. А здесь у нас все уже хорошо пока что. Да, ё-моё, да что за ловушки такие странные. Опять мы здесь обратно. Так, так, здесь у нас хайеваги до сих пор ходят. Мало хайеваги осталось. Там у нас хайеваги в воде плавают. И так. Так, ну если мы в таком режиме, то можем еще все ломать, получается. Так, где у нас кирка тогда? Давай-ка еще поломаем лаки-блоки. Да, наверное, уже все лаки-блоки пропали. У нас еще остались вот запасные лаки-блоки. Которые у нас еще их много, лаки-блоков. О, какой-то специальный лаки-блок нам выпал. Давай-ка посмотрим тогда. Так, давай-ка посмотрим специальный лаки-блок тогда. Ничего интересного с этого специального лаки-блока не выпало. Даже домик не заспавнился. О, броня какая-то. Не, она не нужна нам. Она слабая будет. Нам и без брони очень сильно хорошо, мне кажется. Это... Так, давай-ка еще сломаем. На нас уже броня есть. Ай. Давай-ка еще сломаем. Застряли в этот раз. О, специальный какой-то лаки-блок заспавнился, получается, еще один. Давай посмотрим, что за специальный лаки-блок. А, мне очень сильно интересно. Так. Так. Так, вот он, да, какой-то специальный лаки-блок, давай-ка сломаем его. Так, и что с него выпадет? Так, что-то интересное, не, что выпало?
О, покататься на рельсах можно. Давай-ка прокатимся. Так, мы сможем сесть в вагонетку? Так. Куда? Без меня! Ну, без меня. А, мы не можем здесь, потому что мы за Хагивайки играем. Хагивайки не может повеселиться. Получается, давай-ка дальше ломать логические блоки. Бесполезная штука получается. Так, ну все. О! Хагивайки в клетке получается уже. Да, в клеточке уже. Не могут выбраться. Так, давай-ка еще поломаем лаки-блоки. Может, что прям интересно и опасно заспамнится прямо. Эпик. С таких лаки-блоков может что-то заспамниться. Хорошее, интересное, я вам говорю. Пока ничего интересного, пока не спамнится. На нас никто не нападает. Коровы здесь. Так, давай-ка отсюда выберемся. Вот еще лаки-блоки наши остались. Последние. Так. Давай-ка еще поломаем. Так, Хагивайки, справьтесь с этим мобом, потому что, ну, он не нужен. Так, где Хагивайки? Вот они. Ну и что? Что какие-то вы слабые. Никому вы уже не нужны? Я удивлен. Раньше нападали вы на друг друга, а сейчас нет. Почему? Что-то причина есть. Ну ладно, ничего страшного. Так, давай-ка дальше ломать лаки-блоки. Давай-ка не будем ломать лаки-блоки. Отправимся в Эдермир за драконом. Как раз у нас есть Эндер-жемчуг. И вот они у нас, 16 штук осталось. И кидаем мы. Надеюсь, правильно кинули? Да, правильно, кинули мы. Получается, здесь у нас, броня получается. Да, у нас здесь броня. И давай-ка возьмем броню. Очень черная броня. Очень хорошая броня. Не можем мы снять. Так. Так, ну и все. И остановщик времени. Останавливайте время. Все, отправляемся в Эдермир. Легко и просто. И все, и мы победим. Так, побеждаем. Так, Хагиваги, давай-ка одного заспавним. У нас очень много Хагиваги. 50... 49 штук осталось. О, сейчас нападает. Видели? Вот. Вот так нападают Хагиваги. Интересно. Сейчас будем проходить Майнкрафт. На нас никто не нападает. Это будет очень легко, мне кажется, пока что. Ну, это трудно, конечно, будет. Все равно. Все, выходим мы. И здесь у нас происходит много чего интересного. Дракон. Так, идем. Давай-ка заспавним Хагиваги пока что. Да ё-моё, нечаянно ударил, пока спавнил. Где? Вон, на меня зол. Или не ударил. О, смотрите. Эдермены нападают на Хагиваги. Не знаю, почему на меня не нападают, но это странно очень. Видите? Хагиваги сильные. Справляются с эдерменами. Давай-ка больше тогда. Пусть справляются с эдерменами. Они все равно на меня не нападают. Эдермены, Хагиваги. Дракон тоже, наверное, не будет нападать. Очень будет легко нам. Только надо стрелы. Да, у нас есть стрелы, лук стрелами. Давай-ка повыше заберемся. У нас как раз есть блоки из лаки-блоков. Дракон на меня нападает. Ошибочное было мнение у меня. Очень ошибочное мнение было. Да ём, почему я падаю? Ошибочные мнения у меня пошли, к сожалению, извините. Такие ошибочные мнения могут быть. Почему я падаю-то? Каким образом? Давай-ка сломаем лаки-блок. Может, что-то интересное выпадет. Ну.
то предметы какие-то падают. Мне вот нужно, чтобы какой-то моб опасный заспавнился для дракона. Опачки! Да, они с друг другом дерутся, так. Не победим дракона. Получается. К сожалению. Да ё, кто меня скинул? Чё, дракона меня скинул. Я не смогу попасть по кристаллам. Так. Лук, вот он у нас. Да я реально не могу попасть. Ладно, на этом все пока. Всем пока-пока. Можно пройти Майнкрафт. Майнкрафт возможно пройти. Даже я вам говорю, что возможно пройти. Только надо до дракона доставать все кристаллы, взорвать. Ну, и попадать на... Надо стрелы экономить, мне кажется. Кстати, дракон не садится. Он здесь за эдерменами гоняется. И все хаги-ваги куда-то пропали, получается, да? Да, на этом все пока. Всем пока-пока. Скачать карту можно по ссылочке в описании под моим роликом. Что с тобой? Ты что, на стрелу нападаешь сейчас? Смотрите, правда. Ай, дракон! Да все равно я сильный моб. Он вообще здесь в безопасности. На этом всем пока. Всем пока-пока.